танки. И сегодня, и в обозримом будущем, они остаются основной ударной силой сухопутных войск любой современной армии. Как правило, именно они являются весомым аргументом в войнах и конфликтах. Грозная техника, которой надо уметь противостоять. Борьба с танками начинается не на полях сражений, а в кабинетах и лабораториях научно-исследовательских институтов, на стендах и полигонах. Конструкторы постоянно совершенствуют противотанковое оружие. Танкостроители тоже не стоят на месте. И потому современные методы борьбы с бронированными машинами серьезно отличаются от времен Второй мировой войны, когда танки являлись основным средством наступательных операций. Начиналось же это противостояние много раньше, на заре 20 века. Противостояние танков и пехоты длится целое столетие. Если на больших дистанциях танк практически бессилен против артиллерии и авиации, то на дальности прямого выстрела это противостояние перерастает, можно сказать, в рукопашную схватку танкиста и мотострелка. Арабо-израильские и ирано-иракские войны. Боевые действия коалиционных сил в Югославии и Ираке. Первая и вторая чеченские кампании в России. В этих конфликтах танки и бронетехника действовали в самых различных условиях. Горная и пустынная местность, стесненные пространства и городские кварталы. Наибольшие потери бронетехники, вопреки канонам академической военной науки, происходили именно во время непосредственного соприкосновения противоборствующих сторон. Здесь действенным и эффективным средством противотанковой борьбы становится управляемый ракетный комплекс. Мотострелковые подразделения любой современной армии имеют на вооружении различные виды ПТУРов. Дальность действия современных танковых пушек и ПТУРов примерно одинаковы. Побеждает в этой борьбе тот, у кого рука быстрее и глаза острее. Новейшая разработка белорусских оборонщиков существенно увеличила возможности противотанкистов в этой борьбе. Штатный артиллерийский снаряд танковой пушки эффективно поражает цели в радиусе 3 километров. Конструкторам ПТУРов необходимо было существенно перекрыть этот показатель. Это «Скиф». Переносной противотанковый ракетный комплекс. Образно говоря, длинная рука в ближнем бою с танками. Дальность стрельбы от 100 метров до 5,5 километров. Система наведения – лазерная полуавтоматическая. Автосопровождение – телевизионное, ночью – тепловизионное. Комплекс способен поражать все современные и перспективные образцы бронетехники. Объекты могут быть подвижными и стационарными, иметь различные типы бронирования. Главное – обнаружить цель и навести на нее прицельную марку. После этого у наводчика-оператора одна задача. Задача оператора является только удержание прицельной марки на цели, а само наведение управляемой ракеты на цель осуществляется по программе «Зашитый прибор». Программа наведения – это белорусское ноу-хау. О ней мы расскажем позднее, а пока немного о комплексе. В состав комплекса входит пусковая установка, прибор наведения, пульт дистанционного управления и ракета в транспортно-пусковом контейнере. Пусковая установка. Она выполнена на складной трехточечной опоре. Это позволяет разворачивать ее на любом сложном рельефе. Платформа для установки ракеты подвижная. В режиме прицеливания транспортно-пусковой контейнер управляется по горизонту и вертикали. В этом контейнере упакована противотанковая ракета калибром 130 мм. Поражающая способность этого оружия действительно поражает. Боевая часть пробивает комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе и с динамической защитой. Бронепробиваемость за так называемой активной броней составляет не менее 800 мм. Особенность управления этой ракетой в полете заключается в особенностях самой ракеты. То есть на сегодняшний день данной ракете реализован электрический рулевой привод, который обеспечивает точность наведения этой ракеты. Ракета вращающаяся, то есть что обеспечивает стабильность данной ракеты в полете. И она, более того, она выполнена по нормальной аэродинамической схеме. Для борьбы с динамической защитой противотанковая ракета снаряжается тандемной боевой частью. Такой боеприпас отличается от обычного тем, что на нем имеется предзаряд, расположенный в передней части ракеты. Встречаясь с панелью динамической защиты, он вызывает ее детонацию. После этого кумулятивный заряд беспрепятственно пробивает основную броню танка. Чтобы все так и получилось, ракета должна гарантированно точно долететь до цели. Это глаза ракеты, прибор наведения ПНС. Это объектив лазерного канала управления.
Это объектив узкого поля зрения телевизионного канала и приемный канал лазерного дальномера. Здесь широкое поле зрения телеканала. А это излучатель лазерного дальномера. Особенностью его комплекса является то, что в его состав входит прибор наведения, которому предусмотрена возможность закрепления различных тепловизионных приборов. Контейнер прибора наведения выполнен с универсальными направляющими и разъемами для подсоединения модулей ночного видения. Скиф предназначен для борьбы с танками, но его можно использовать для уничтожения бронемашин и долговременных огневых точек. Им можно сбить даже вертолет. Установка ПТУР тоже может оказаться под ударом. Противотанковый ракетный комплекс с наводчиком-оператором для современных оптических систем достаточно заметная мишень. Главная опасность в бою – ответный удар. Даже если ты выстрелил первым, тебя обнаружат по вспышке залпа. С любого танка на такой сполох наведут прицельную марку и прощай, наводчик. Скиф не просто дает шанс, он серьезно снижает риск поражения своего наводчика-оператора. Здесь впервые в мировой практике стартовая позиция противотанковой ракеты и ее наводчик разделены безопасным расстоянием. Вот этот кабель выведет нас на его рабочее место. Наводчик комплекса находится в 100 метрах от стартовой позиции. В бою это сохранит ему жизнь. Здесь, на защищенной позиции, оператор комплекса работает с пультом дистанционного управления. Вся информация с прибора наведения выводится на экран. Это джойстик управления. А это кнопка пуска ракеты. Пульт дистанционного управления позволяет также осуществить еще ряд операций. Пульт дистанционного управления проверяет готовность прибора наведения, наличие ракеты в транспортно-пусковом контейнере, а также готовность иных систем для обеспечения нормальной и правильной работы комплекса. Здесь применено немало и других технических новинок. Одной из уникальных разработок, реализованных в данном комплексе, является встроенный лазерный дальномер. Измеряемая дальность прибора до 7 километров с точностью до 5 метров. Но это еще не все. В дополнительных возможностях Скифа автоматическое сопровождение цели. С помощью лазерного дальномера можно вести разведку, корректировать артиллерийский огонь, выдавать целеуказания по азимуту и по дальности. Одна из главных особенностей Скифа – траектория полета его ракеты. Электронная горка. После старта ракета взмывает вверх и несется к цели на 10 метров выше линии визирования. Так решаются две проблемы. Первая – тепловой след. При работе с тепловизионным модулем ночью или в условиях плохой видимости он серьезно мешает оператору. Если бы ракета летела без превышения, то все, что видел бы оператор, это не цель, а тепловой след. На сегодняшний день, так как ракета летит с превышением, это обеспечивает возможность оператору видеть цель и точно поражать данную цель в ночных условиях. Вторая – защита ракеты от средств противодействия. Режим превышения не позволяет противнику своевременно ее обнаружить и сработать по ней. Только за полсекунды до контакта с целью ракета возвращается на ось визирования. А теперь посмотрим на комплекс в действии. Это 227-й общевойсковой полигон под Борисовым. Погода неважная, но поле боя – это не курорт. Мишень – танк Т-72 с многослойной броней. На ней установлен комплект динамической защиты. Расстояние до цели – около 4 километров. Оператор на защищенной позиции в стороне от пусковой установки. Прицельная марка на танк, цель захвачена. Пуск. Стартовый двигатель выбрасывает ракету из контейнера, и дальше на маршевом двигателе она несется к цели. На кадрах замедленной съемки хорошо видна работа тандемной боевой части. Сначала подрывается динамическая защита. К сожалению, современные средства видеосъемки не позволяют снять действие кумулятивной струи. Но результат мы зафиксировали. Лобовая броня танка пробита насквозь. Противотанковые возможности комплекса не вызывают сомнений. Бронеобъекты – не единственная цель Скифа. Кроме кумулятивного, заряд может быть и осколочно-фугасным. Ракету можно снарядить и термобарической головной частью, проще говоря, боеприпасом объемного взрыва. Кроме различных вариантов снаряжения БЧ, разнообразным может быть и размещение комплекса. На сегодняшний день уже проводятся переговоры о разработке универсальной пусковой установки для возможности ее применения как на легкобронированных транспортных средствах типа джип. Проводим технические консультации о возможности доработки данной системы
для того, чтобы обеспечить установку 2-4 ракет с последовательным пуском. То есть один прибор наведения, один пульт, 4 ракеты. Таким образом, на джипе или БТРе сможет разместиться целая батарея ПТУР. Оператор при этом будет находиться в другом транспортном средстве. На сегодняшний день мы можем сказать, что в данной системе проявляется определенный интерес, то есть как с точки зрения конкретных покупателей, так и с точки зрения технических специалистов, которые занимаются разработками данных комплексов. То есть те технические решения, которые реализованы здесь, они в каком-то своем роде являются уникальными на сегодняшний день. И все-таки главное предназначение комплекса – борьба с танками и бронетехникой. Оценивая «Скиф», приходится признать, на исходе векового противостояния танков и пехоты белорусские оборонщики оставили танкистам совсем мало шансов.